Дорогие ветераны, уважаемые сочинцы, поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы. 9 мая – это особый день, день нашей радости, день нашей гордости и день памяти о миллионах соотечественников, павших на полях сражений, замученных в фашистских концлагерях, умерших от ран, голода и лишений. За великую победу над фашизмом Россия заплатила огромную цену. В нашей стране нет ни одной семьи, которую война обошла бы стороной. И мы не просто обязаны чтить и помнить об этом. Мы обязаны передать эту память нашим внукам и правнукам. Мы благодарим старшее поколение за великую победу. Спасибо всем фронтовикам, живым и павшим. Спасибо тем, кто ковал победу в тылу, в госпиталях, на заводах и фабриках. Всем нашим ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Сегодня мы отдаем дань уважения сочинцам, которые верой и правдой служили Родине в госпиталях, у операционных столов, в больничных палатах. Более 340 тысяч советских воинов, получивших раны на полях сражений, поправили свое здоровье в нашем городе. Это был настоящий трудовой подвиг сочинцев, подвиг милосердия, подвиг во имя жизни. Память о тех суровых годах навсегда останется в наших сердцах, в сердцах всех последующих поколений. Это наш святой долг перед отцами и дедами, которые спасли страну от фашизма и подарили нам будущее. С праздником вас, дорогие! С Днем Победы!